Love.
रामाय देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति. Пусть твоя светлость будет довольна тем, как я произношу биджа-мантру Мунтана. Я хочу выразить свое глубокое почтение Верховной Личности Бога, лучшей из самых возвышенных личностей. В твоей светлости присутствуют все лучшие качества арии, то есть духовно развитых людей. Твоему характеру и поведению присуще постоянство, и ты всегда контролируешь свои чувства и ум. Выступая в роли обыкновенного человека, ты проявляешь образцовые качества, уча других правильному поведению. Есть пробный камень, с помощью которого проверяют качество золота. Ты же подобен пробному камню, которым можно проверить наличие всех положительных качеств. Тебе поклоняются браманы, лучшие из преданных. Ты во Верховной Личности, Царь Царей. И потому я склоняюсь перед тобой в глубоком почтении. Ятадвишуддануббава матрамекам сватеджасадвастагунаявастхам прачак прашантам судьопаламбанам яанам рупам нирахам прападе. В чистом сознании можно воспринять Господа, чистая форма которого сачит ананда виграхам, незагрязненная гуной материальной природы. В Веданте говорится, что он один и другого нет. Его духовная мощь защищает его от загрязнения материальной природы. Его называют трансцендентным, ибо он недоступен материальному зрению. Он не совершает никаких материальных действий, не обладает ни материальной формой, ни материальным именем. Воспринять трансцендентную форму Господа можно только в чистом сознании, то есть сознании Кришны. Давайте же прочно займем свое место у лотосных стоп Господа Амачандры. В глубоком почтении.